Ох, нифига себе тут. Давайте к флагу поджимаемся. И сам. Я в доте сижу с флагом. Сейчас он у меня возрождается. Капец, у них конница. Ох ты, пули свищут. Все, пытаемся это удержать, хрен. Пофиг, они пленных не берут. Так. Обыскать. Должно быть, грабители спешили. Много осталось нетронутым. Так, это он просматривает. Можно в дом заглянуть, там что-то шебуршится. День второй. Вернулся. Я нашел много, очень много классных вещей. Какая ночь. Так. Посмотрим сейчас. Вот что стандартно. Империи. Вот касательно добавить империю. Надо будет потом по сети поиграть. Да, ну, только там, наверное, нам понадобится для нее хамача. Не знаю. Хамача, она у меня не идет. Хотя можно попробовать через другой. КНС, тип империи. В КНС же олигархия была, правильно? Нет, конфедерация, конфедерация. Обращение к главе. Ладно. Сейчас побашим вам империю ситхов. Обращение к главе. Спикер, глава, герцог, триумвир. А, может быть лучше император ломан? Ну это же КНС, какой там будет император? Кстати, может потом его в Warcraft добавить? Макс, будешь в Warcraft с нами? Карту тестировать? А, ну точно, можно еще карту Warcraft протестить потом. Ну, давай, наверное, позже, после этой самой, после второго дня победы. Получается роботы, да? Да, роботы будут. У них там... Идет такая фигня, блядь, всякие, а просто имена, по идее. Ну, мы же империю ситхов создаем более-менее. Ну, так, более-менее. Ну, пускай будет граф. Граф? Ну, он там же граф Сарена у нас был. Граф Дукт, он Сарена, насколько я помню. Я помню. Я думаю, это не конфедерацию надо, а что-нибудь другое там с людьми тогда. Он потомок Карла Великого. Да мне за роботов охота, что-то. Да. Что где? Так. Блин, восстановил здоровье, идите его налево. Картина обычная. Какой-то чертежок. Нагрудник крови. А, сейчас подойду я к тебе. Уже замечтался. Так. Так. Портал. Значит, внизу будет либо босс, либо подземелье. Ух, нифига себе тут. Че ж вы такого охраняете-то? Опять конопляные растения. Нам надо запустить станцию контрольную. И сегодня еще хочу... высадиться вот на Муну. Ну, какой-нибудь спутничек, кораблик туда отправим. А, детали все на русском языке. Я русскоязычных для атомного реактора имею в виду. И давайте создадим станцию.
посадочная капсула. А, командный модуль, да. А вот здесь написано посадочная капсула сверху. Ну ладно. Ну вот этот, конечно, автономный мы не будем цеплять. Я хочу потом космический корабль построить. Как раз вот этим грузовым отсеком. Теперь будем строить станцию нашу. Беспилотный модуль. Крепкий кубический модуль. И относительно так легкий. Удерживает более высокие температуры, чем его аналоги. Сейчас будем собирать процессор. Так. Нет. Ага. И так, забабашить сбоку. Вот у нас один экспериментальный прибор изучения пыли. Ну, это если мы будем проходить. Так, четверенный прожектор. Проходить компания, где нам нужны будут вырабатывать всевозможные научные очки. Посадочные опоры. Ну-ка. Теперь это все закрепим. Что-то не закрепил, да? Сейчас я подцепим. Отлично. Уже изначально к ней... А, нет, цепляется, но не видно. Нам ее не видно, поэтому я думаю, что он не хочет сразу к ней цепляться. За текстурами там, начало где-то. Не развертело и не раскрутило в воздухе. А масса... Нету массы вот этой фиговины, это хорошо. Итого мы построили космические ракету, станцию, вот такую прибуду. Вот так сохраним ее. На 200... Ну, на 207 тысяч там чуть-чуть до нее не хватило. Как бы это все не развалилось, держась на одной этой, поэтому сейчас остановим вот эту вот, где она там есть. Надеюсь, опора вот такая денег не... Она еще денег стоит, она же должна быть, находиться изначально на этом самом космической... Блин, на космодроме, во. Так, запускаем эту, отцепляем эту. Нет, подожди. Также иметь возможность сразу запустить. А, так, сейчас отрегулируем ступени, переставим. Отлично, стартует вот это, отцепляется это, стартует это, и мы летим. Прекрасно. Запускаем нашу серверную в космос.